просто не знает, может быть. Увидели, на поле работает человека, Бог помощь. Видите, оно везде звучало, без Бога, не до порога. И пословицы-то все они давали. Вот вы взяли книгу, о которой особо будет сказано. На руки нежелательно давать журналисту. Я сразу сметаю с прилавка. Даже в дверях задерживают, кричат ему пять раз, ну какая у вас там стоимость? Он говорит, я отдам больше, но только книга моя. Ее невозможно создать, просто нельзя создать без знания того, что здесь написано. Я могу назвать помощников каких-то, но здесь у меня главное, это Евгений Евтушенко. Здесь 300 поэтов за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Понимаете? Вот, ну, узнали там что-то Пушкин, знали Блок. А что они сказали конкретно, допустим, о революции, о создании семьи, о вечности? И вот они, эти поэты, фотографии, а далее здесь их биографии идут. 300 поэтов. Ну, сейчас, ну, от силы 30 назовет человек. Но 300? И сегодня хотят сказать, что библиотеки не нужны. Это не просто безумие, это катастрофа. Владимир Лихачев понимает, университет, институт, это все ниже. Исчезнет библиотека, у нас обрубается тысячелетие корни. И в этом библиотеке нужно придать ее подлинный статус. Не администрация центра села или города, а библиотека. Ну, я давал, что Лихачев говорит об этом. Видите, на каждый вопрос, который мне задавали в университетах, по радио, я регулярно 3 радиопрограммы вел. Допустим, по поэтам. 6 поэтов на каждый вопрос. 6 поэтов на любой. О войне. Что сказал Высоцкий, что Симонов, что сказал какой-то. Ну и фотографии, видите, все намелованные в бумаге. 64 фотографии в книге. Кстати, книга имеется в виду православное христианство? Так, попросим. Вы в книгах имеете в виду православное христианство? Да. Я показал все. Брат у меня протоиерей, тут все показано. Я чтец, и здесь больше 1000 моих проповедей на разные темы. Давайте начнем уже. Вот посмотрите, что пишут о нас местные. Нет, давайте сначала узнаем, вы, ваше образование. Давайте. Какое? Так, все собрались, да? Да, пожалуйста, да. Я Лапкин Игнатий Тихонович, мне 74-й год. Угу. Родился на Алтае, тут в газете уже сняли копию. Учился в школе, в большой семье, 10 детей, отец инвалид войны. Но, подчеркиваю это, я показываю, у нас было по-другому. Мы даже малину соберем и делим на счастье. Вот отец придет там пас коров, бабушка-то через дорогу живет, а не так, что в свой род. Нас как-то приучили, мы это сохранили в своей жизни. Это вот это воспитание, у меня специальное воспитание воспитателей есть. Вот я в школе учился в сельской, где не было иностранного языка. Ну не было, тройку поставили, учителей не было в то время. Ну вот я попал в армию. Я не знал, что мне Бог дал, а я его не раскопал талант. Я за время службы в армии выучил английский, немецкий, французский, выступал среди этих людей. Самостоятельно, без всяких институтов. Я никогда этого не знал. А метод, который я открыл, я потом узнал в Союз Аполлон, когда учили космонавтов. Этот метод, ну, через почти полвека появился только. Или он был, но я никогда не читал. И поэтому, когда коснулось стоять за истину, мне Господь позволил замолвить слово. Появилась книга «Архипелаг ГУЛАГ», тайно переписывали. И недавно была публикация о том, что «Новый мир» журнал 30-летие справил публикации первых глав «Архипелага ГУЛАГ». И ту же литературка, кажется, сразу опубликовала. Это не так. Ровно на 10 лет православный проповедник Игнатий Лапкин опубликовал и наполнил всю Россию. Аудио я насчитал. У меня том 110 магнитофонов было, самых мощных, современных. Где вы брали средства на 10? А? Где вы брали средства на 10 магнитофонов? Я пишу, тут написано. Вот эта книга, ключ ко всем книгам. Это я на площади. А первая это какая книга из этих всех? Вот из этих, да. А из этого... Ее можно читать в Вот это первый том. В разноброс или нет, без разницы? Они не связаны друг с другом не совершенно. Не связаны. Это вот даже в одном месте прочитал столько, следующий вопрос уже не связан. Это как мне вопросы задавали по радио в университетах, я в 5 университетах вел занятия, в Академгородке. Занятия какие? В школе. Ну, это география, мировое, это житие, знание писания, там как политология, взаимоотношения людей. То есть они под разными наименованиями их пропускают. А ваше образование какое? Я в конце скажу только. Да? И вот в этой книге это все сказано, она как бы ключ ко всем книгам. Вот когда... Дело дошло до публикации «Архипелаг ГУЛАГ», его нельзя было, ну, пока тайно было. А когда он уже раскрутился, представьте, 10, а где деньги брал? В то время деньги брал я только вот этими руками. Я закончил строительный техникум, прорабом работал до армии.
А когда уверовал, это 50 лет, 27 сентября ночи будет. Я с детства знал, что Бог есть, что есть суд Божий, и за все придется отвечать. И мать говорила, что грех. Я этого не знал. Я ни одного матерка до сегодняшнего дня не сказал. Мать сказала там, вот женщина повенчаешься, жена будет, и потом меня Бог спас от разврата. Почему? Ум ничто так не истончает, не губит, как разврат. Блудная жизнь, она истощает мозги полностью. Это сегодня научно доказано уже. Это даже и доказывать не надо. Меня Бог сохранил. У меня 74-й год, и я как будто где-то на возрасте там, 20 лет застрял и не вылезу. И Господь позволил мне издать архипелаг ГУЛАГ и брать интервью репрессированно. Кончилось тем, что меня арестовали. Вот здесь как раз, минуточку, здесь интересная фотография. Она чудом сохранилась. Вот я иду арестован, это розы летят. Я теперь реабилитировался, всеми льготами, это все описано. Документировано, какие страницы. Ну, у меня биография, я в 5 тюрьмах отбывал, как политзаключенный, и в лагере смерти. Никто не думал, что выйду. Я публиковал материалы о масонстве, о будущих судьях мира, о политике государства, о крушении Советского Союза. И когда все это начало происходить, 91 год, ко мне там первые секретари ехали и спрашивали, как вы могли знать это? И никто не верил в то время. Я не мог знать, это Бог открыл. Я молюсь, я каждый день, вот мы поднимаемся, всегда в 4:40. Я говорю, 4:40. Мы медленно молимся, мы справляем правила, православных так положено. 100 поклонов. Господи, прости меня грешен. И 100 поклонов. И после этого поднимаем руки и молимся. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых на небе и на земле. И услыши молитву всех, которые желают нам блага и молятся. И нашу молитву прими о всех, кто заповедал нам молиться о них. Мы молимся каждый день о президенте, о премьер-министре, о патриархе, о правителях мира. Это нам заповедано. И этим я влияю на судьбу мира. Для людей мира скажут, ну берешь ты на себя слишком много. Это так. И мы едем, вот с нами столько чудес дорогой было. Два раза от смерти только Бог спас. Явная смерть, что сантиметр от пропасти, и как копанная стала машина. Прокол, ну, там в горах проходили, там через Урал. Вот. Когда я опубликовал это все, меня посадили. Один раз, потом второй раз. Ну вот, материал-то накапливался. Это все в этой книге. Как я в тюрьме был, какие были переживания. Этого у верующих, у неверующих никого не было. Мне Бог дал власть очень и очень большую. Какую? Я же сторож. Власть над самим собой. Это главная власть. Отвергни самого себя. И вот я в тюрьме, тоже распорядок, что дома. Подъем в тюрьме всегда в 6 часов. Я всегда вставал ровно в 4. Это невозможно. Там часов ни у кого нету, свет не выключается, ну только глазок на тебя смотрит. И по мне сверяли часы. Я просил, Господи, не оставь меня молитвой Твоей. Я как на крыльях летел. Каждый день, это 5 раз я становлюсь на молитву, 1-1.5 часа. Вечером с 8 до 10 камера открывает, охранники с 2 этажей, и все слушают. Я 2 часа проповедовал. Каждый день. И он спрашивает, вчера, как вы молились ночью, уже 6 человек сзади становились на колени, можно я тоже стану? Это говорят преступники, которые по 6-й ходке, называется, идут. Это все написано в книгах. И теперь я сотрудничаю с органами этой системы, чтобы людям помочь встать. Конкретно. Вот. Бывает, там у них голодовку объявили, ничего не могут сделать. Говорят, 4-й день, там ОМОНовцы перестарались, били. А там такие уголовники, не дай бог попасть кому-то ему. И говорит, вот 20 человек голодают, мы ничего не можем сделать. Я говорю, запустите меня туда. У них там работает радио. Я только пришел, они уже там знают внутри камеры. Да мы не можем сделать. Мы сами не открываем камеру. Вот только в глазок, и вот, в кормушку дать. Ну я допросил их, как они начали. Говорят, там он виноват. Говорит, там можно было без битья обойтись. Я только вошел, они меня уже приветствуют, по моему имени знают. Я начал говорить. Около часа прошло, а там стоят с собаками офицеры, солдаты, в случае беды, попытаются освободить. Вечером начальник звонит, вся камера вышла из головки. Что вы могли им сказать? Это вещь невероятная. Тут и психологи работали. Я говорю, очень просто. Мы верующие, они да знаем, мой батя, ты тут делал, тебя, через тебя тут передачи другим приходили. Я ходатайствовал в Генеральной прокуратуре, их срок уменьшали. Там бывает хозяйственно такие, не за уголовников, конечно. Я спросил, вас кто-то ждет на свободе? Ну, кто ждет меня? Жену я убил, больше никого у меня нет. У него воспоминания это все основаны на крови. Дальше, ну хоть собака, хоть попугай кто-то, ну кто-то любил тебя или нет, начинает вспоминать. Ребята, знаете, голодовка имеет смысл только в одном случае, если воля поддерживает тебя.
О вашей голодовке никто не знает, и я не знал, хотя мне все сообщает начальство здесь. Это Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Вы хотели бы освободиться, да? Вы знаете, больные не освобождаются. Да какое тут освободиться? В серединах пять больных туберкулезом, они открытой форме, харкаются кровью уже. Вот поняли, а вы третий день, четвертый не едите, что с вами будет? Давайте так, до вечера голодовки не будет, а пост. Сейчас я объявляю, это пост. Завтра вы немножко один раз кусите, послезавтра Пасха, перед Пасхой было. А я пойду ходатайствовать прокурору края, в Государственную Думу. И достали, что им там не додали когда-то, там мыло, фуфайки. Ну, это не по мелочи. Я, кажется, 68 радиоприемников достал. Я по радио все время вел программу. И народ просто для Пасхи мы купили яйца, покрасили. А я в окно смотрю, он отпетый человек. Он поцеловал яйцо и гляжу, у него слезы. Эти люди, не все там умрут, я говорю. Они, некоторые выйдут на свободу, их в Китай не отправят, будет здесь. И ты встретишься им, ты, и останешься живая. Все оправдано, так? Вот. Он никого не слушает. Меня он слушает, он знает, что я такой же каторжанин, я тоже испытал, у меня все выверчено, что они делали, узнавали. Но Бог дал мне эту власть. Вот я начальник детского лагеря, 40 лет, православный лагерь. Он один во всем мире такой лагерь. Дети встают в 5 утра, для ни одного лагеря такого нет. Дальше, чем занимаются дети? Через месяц детей наркоманов привозят, их родители не могут узнать. Прилетает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэннон, через Останкино. Профессора психологии живут и наблюдают, в чем, где, в чем секрет-то. И наконец выводят, главный движитель лагеря, тире с большой буквы «Любовь». Это не потворствование. Дети должны знать ограничения законом, где. Вот нас уходят в армию, дедовщина ни один еще не попал. Они послушные, исполнительные. Вот племянник в президентском полку их ценят. Это настоящие граждане. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Про аборты и разговоров даже нет. Это нужно нам? Да любому государю это находка. Все это здесь в фотографиях. Кроме того, фильмы сняты, она заняли первое место в России и на международном киноконкурсе. Это и фильмы, все здесь описано. Кто ставил, какая студия, там, красноярский филиал этой Свердловской студии. Вот я теперь о книгах немного скажу. Когда я выступал в университетах, я вел встречи здесь, в Америке, три радиопрограммы, в милиции, в воинских частях, на заводах, на фабриках. Даже перечислить нельзя, где я выступал. Такая востребованность была. И среди всех сектантов. Вот эта книга для сектантов. Как они приходят в православие, как делаются православными батюшками. Это тоже нигде не было. Это одно место только в России, вот, в моем доме. И фотографии, кто пришел. И теперь, когда Бог это открыл, люди стали задавать вопросы, я на них отвечаю. Отвечаю, конечно, кратко, но попросили это изобразить на бумаге. И вот тут 8 лет у меня осталось. 8 лет. Вот 38 книг. Вот я беру, допустим, одну книгу, вот стоит она. Вы слышали об Александре Мене, священник, который убит. Мало кто его знает близко. А мы, вот это, до моей беседы, с ним приватные, сидим за столом. Их нигде в мире нет, за миллиарды рублей нельзя купить. Почему? Его нет живых. Это был эрудит, энциклопедист. Выше его, кажется, никого в стране не было. Сегодня это все по радио, все везде говорят, все, ну, его там губернатор Ивановской области. Это мои беседы. То есть этой книги нет аналога просто. Вот эта книга 300 поэтов за 300 лет России, показываю фотографии, это, их тоже нигде нет. То есть все знают такой-то поэт. Ну, конкретно, в литературном институте я задаю вопрос. Тут 3467 моих стихотворений и 80 на музыку положу. Кто знает, какое участие приняли поэты в подготовке революции? Ну и вопрос задан, он висит. Конкретно, Мережковский сказал то-то, Максимилиан Волошин то-то, это стихотворение, тут у меня идут. Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии тот. Теперь этот поэт уже выглядит совсем по-другому. Теперь этим поэтом я еще в другом месте это воспользуюсь. Вот эти вопросы, это поэтическая рубрика России. За 300 лет от Сумарокова и Ломоносова. Вот это вот Новый Завет. Теперь я вышла в новом издании. Вот это вот 4 книги. Вот это подарено Путину, Медведеву, Винили в библиотеке. Второе издание. Это немножко дополнено, 120 страниц. Вот это, чтобы издать, вот в новом издании, святыми фотографиями. 240 репродукций. 2000 экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Абсолютно невозможно издать. Это немыслимо даже. И спрашивают, а как вы издали? Сегодня не знаю, но Господь позволил. Так, вслух, прочтите три строчки.
автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании «Щекино Азот». Видите как? Я не знал этого человека и по сегодняшний день не встречался. Он богатый и баснословный. У него разные заводы во всех, ну, в Европе, там где-то в Америке. И вдруг у него погибает жена и сын. Я видел, на могиле был. Вот. И он решил построить храм, город Тула. А в храме священник Иван Суворов, который, ну, лично мне знаком. А у меня брат, он протоиерей, они дружат больше 30 лет. И он, ему попадает книга через него. Он говорит, а кто же спонсирует-то такие книги? Он говорит, да никого нет. Как нет? А как он издает? Да как Бог даст? Вот первое, что я делал раньше, недосказал. Я работал прорабом, мне не давали работать. Когда я уверовал, вход закрыт был. Я стал печником. Печи сделать бывает, делают, ну, у вас тоже печи делают. Дня три они там крутятся с ней. Я выкладывал две печи от фундамента до трубы в один день. Деньги были немалые. Я все вкладывал в это дело. То есть тогда была магнитофонизация. Издание – это уже просто спонсоры. Вот эта вот книга «К истинному православию». Вот предисловие. Прочтите до сих пор хотя бы. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МДА, библиотекам, которые по крупице могли сделать подборки материала. И вот это вот вверху. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета «За науку», благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. То есть всегда находятся люди, понимающие. И вот его статьи, этого Клименко, они как раз в этой книге. Вот в этой книге как раз здесь. Вот. Допустим, отдельная книга, я показал вам. Вот зеленый цвет, он в основном превалирует везде у мусульман. Это Коран. По сурам и аятам, здесь разобран в сравнении с Библией. И за 1300 лет, что они были говорено политиками, поэтами, южными, северными, все заложено в этой книге. Это как энциклопедия. Этого тоже не было. Вот отдельно книга «Старообрядчество». Вот старообрядцы там молятся, знаете, двуперстно, новообрядцы троеперстно. Эти для них раскольники, эти никоньяне, друг друга называют. Здесь показано самое лучшее, что было у них, и их ошибки. И как нам прийти к единению, и самое лучшее, взять друг у друга и начать жить мирно и в любви. А почему? Мои корни старообрядческие. Мы в православной церкви, а родители из старообрядцев, ну, без священства. Когда я уверовал, теперь брат стал священником этой церкви, мы сегодня там были только. И здесь все сказано в документах. Спрашивают иногда благословения. Даже не знающие люди, ну, приучили быстро их к этому. Повторяю, священники не имеют никакого права рецензировать или что-то. Библиотеки эти мирские, и они к ним никакого отношения не имеют. Они могут только там у себя. Так как и мирские тоже там не могут вмешаться. Здесь все перепуталось. Так вы старообрядец, получается? Нет, мы православные. Я говорю, корни. Родители когда приехали. Вот благословение, посмотрите. Два епископа благословляют эти книги. Вот, допустим, 15-й том. Это 74 человека, как они пришли к Богу на занятия, которые я вел в университетах. Как они уверовали. Вот она здесь пишет студентка, ну, она потом с красным дипломом закончила, сейчас вышла замуж, она была воспитателем. Я, говорит, захожу, она случайно где-то у кришнаитов была, и увидела объявление о наших занятиях в университете. У меня, говорит, было вопросов, сколько, я, говорит, главный вот вопрос, второй, третий, четвертый, там перечисляет. Когда я открыла дверь в университет, в аудиторию-то. Вы говорили, и сказал, о чем я говорил. Евангелие от Матфея, 5 глава, там быть кроткой, смиренной там, и прочее. И вдруг взглянули на меня и сразу стали отвечать мой первый вопрос. Я говорю, только сел. А потом вслед за ним второй, в том порядке, в котором были. Я за первый же вечер получил ответ. Она ни одного слова не издала. Я ничего не знаю до тех пор, пока она это не сказала. Это Бог делает. Как я мог знать ее вопросы? Вопросы были очень серьезные, и они записаны в этой книге. Это вот про Александра Мени, который говорит. Вот эта вот книга, знаете, если у мусульман зеленое, знамя зеленое, оно зеленое. Евреи любят золото, книга золотого цвета. Никаких нападок, ничего нет. Три тома. Что было сказано, это Талмуд, 12-томник, разбирается во свете Библии за 3600 лет, что было сказано. 3600 лет. Что было евреями сказано, не евреями, все, что сказано. И как прийти к мирной жизни.
как воспользоваться самым добрым друг от друга и поделиться добром с каждым. Эти книги конкретно на опыте. Дальше, вот, допустим, работает человек с какими-то сектантами, с баптистами. Вот открыл только, видите, православный, отвечает сектант. Никаких нападок, конкретно. Вот я с ними беседую, я обязательно должен подчеркнуть, они очень хорошие люди, хорошие семьянины, они не пьют, не курят, но они не церковь, у них нет священства. Нет священства, нет таинства, ну, причащения и прочее. И вот на этом, когда они входят, Господь позволяет им прийти в православную церковь. Ну, остальное это вопрос-ответ и проповеди. Вопросы. У вас, может, какие-то будут вопросы, а вот это мы оставляем, чтобы можно было давать посетителям и привлекать их в библиотеки. Это моя книга первая, вышла книга стихов, ну, часть из них положена, 80 примерно на музыку. Мы людям всем говорим, что человек сам себе не принадлежит, Христос умер за него. Об этом в каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. 3000. То есть... Это разная-разная тематика. Вот вы одеты, как я скажу, одежда там, те одежды. Я об одежде, у меня целая проповедь, почти полчаса. Вот он снимает, я глянул на окно, На все абсолютно здесь есть ответ. Когда появилось впервые, как мы этим пользуемся, какой духовный смысл, кто об этом писал, какое должно быть направление. То есть вот это, что окружает, это тайна. Мы должны ее раскрыть. Я даже, где выступаю, я говорю, ну, у вас мобильники, наверное, у всех есть. Кто изобрел мобильный телефон? Поднимите руку. У меня дети это знают. Взрослые дяденьки не знают кто. Мартин Купер. Дети знают Мартин Купер. Но не знаю, теперь я рассказываю биографию. Дети, какой же Мартин умер? Вот теперь дети настороженно слушают, как он старался, как не получалось, какая конкуренция была. И он говорит, когда я первый раз с журналистами вышел и там два квартала позвонил тем, которые работали, они говорят, откуда звонишь? Я сказал, говорит, с Уолл-стрит-авеню. Я услышал, говорит, скрежет зубовный. То есть он опередил их, и теперь в мировую историю он вошел, как Мартин Купер. Хороший этот человек. Давайте помолимся о нем. У ребенка должна быть волна благодарности родителям, стране, в первую очередь Богу. Как этот мир устроен, как до нашего рождения Бог все уже через других людей создал, и ткани, и стекло. Это подготовка к моему появлению. И ребенок на свое рождение смотрит уже с благодарностью. Говорит, как на ребенка действует? Это вот так. А ты наркотик пустился, а ты ничего не понимаешь, у тебя вот что говорится. Выпил вообще, да у меня папа пьет. Папа ничего этого не знает, а ты приедешь, папе расскажешь. Я с ребятишками 24 часа должен проводить. А ребятишки-то чьи? А? Ребятишки чьи? Ну, летом в лагерь, который объявляем. А, нет, объявляете, объявляем, да? Вот здесь написано, наши объявления даны, путевки какие есть. То есть лагерь абсолютно необычен. Дети все должны знать. Все в интернете уже работают. А кто интернет изобрел? Я могу вас спросить. Ну, молодежь. Тим Бернесли. Тим – это Тимофей. Я им снова рассказываю. Дети, а Тимофей сколько раз вот на этом срывался, не получалось. Как он переживал, что ему говорили. Он впитывает ребенок все. Хороший Тимофей, правда? Давайте помолимся, чтобы Бог благословил его, чтобы он не погиб в вечности. Вот как ребенка привлечь, как к этим уголовникам я зашел. Везде ты должен быть сам. Сам как бы в центре этих событий. И взор людей направить к Богу, ко Христу. Это Бог дает. Патриарх Алексей II говорил, отучили людей молиться, отучили трудиться. Вот мы едем от Байкала до Москвы, южным путем, северным вернулись. Это везде мы дарим бесплатно. И все спрашивают, вам зачем это? Такой я труд положил, это полвека моего труда, и я бесплатно даю. Зачем? Ну, явно, что что-то со мной случилось, я ненормально, это не делается. Один ответ даю, это мой народ, моя страна, они находятся в тяжелейшем положении, я знаю ситуацию. Готовится полный раздел России. На картах мира она уже под разными красками регионы. Как вот, ну, в 91-м сказали, Советского Союза не будет, посадили сразу за это дело. Сегодня Гарвардский проект, самое максимальное 2 года оставляет нам. Ну а возможно ли? Богу все возможно. И даже если наша голова златоуст, говорит, свети над пропастью, и тогда не отчаивайся. Вставай, проси Бога. Я свидетель этому. У меня такие были ситуации, когда казалось, до вечера уже не дожить. И вдруг тот человек, который это готовил, его к вечеру не стало, а я вышел на свободу. Это Бог делает. Вам дано здесь большое, важное место. Привлеките людей к хорошей литературе. У вас нет такого в городе места, где бы слово «Библия» в корне наименования учреждения заложено. Библиотека. Это книга-хранилище.
вы сами должны быть ходящей библиотекой. Вот здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Это, ну, даже в оглавлении первого тома посмотрите, политика, разницы никакой нету. Это Бог дает. Притом, а почему вы утверждаете, что вы правы? Я не утверждаю. Я ссылаюсь на Библию, ссылаюсь на канон, это 719 правил, 7 вселенских, 9 поместных. На жития святых, 12 томов, это 1173 биографии. И на патрологию, труды святых отцов, это 300 томов фолиантов. То есть мне Бог дал память, я это все помню. И во время ответов я это даю. В каждой книге это дается. Вот у нас в лагере главный лозунг висит: Россия должна встать. Внизу Россия — это мы. И вот такой ребенок должен это понять. Нам другой страны Бог не даст. Мы находимся где-то на задворках истории. 72-е место по здравоохранению в мире. Нормально? Ну, когда я из Америки вернулся, меня спрашивали женщины, я много по телевидению выступал. Ну, расскажите что-нибудь. Я говорю, вы не знали, лучше бы вам не знать. Что вы не знаете, как вы живете. Считай, что все это нормально. Вы должны быть освобождены вот на столько-то часов. Для вашего духовного развития это времени не остается. Вот теперь семья, вот теперь ты в этом, ты должна думать о вечности. Весь мир приобретешь, душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою. А сегодня женщина — это как предмет удовольствия, и везде об этом пишут, рисуют. И пишут американские женщины мусульманкам: какие вы счастливые, вы закрытые, нас раздели догола, ходят в городе в одних трусах сегодня уже. Это же не секрет никакой. У них стопроцентная сохраненность девственности до замужества, стопроцентная. А если она не сохранила, она карается смертным приговором. У нас сегодня введет этот закон мусульманский, нам хоронить некому будет. Я просто знаю. Представьте, воспитатель, капитан, женщина с подростками работает, с девочками. И напишите, какой самый печальный день в вашей жизни был. Ну, а одна пишет там, допустим, друг бросил, другая, когда посадили, когда ее предали на время следствия. Я так и ждала, говорит, я знала. И вдруг, говорит, 100% все ответили одинаково. День потери девственности. Я просто статистику говорю. Мы потеряли то, что никогда не возвращается. А может быть по-другому? Может, но ты уже другой никогда не будешь. Никогда, как Лев Толстой в «Крейсере сонате» пишет. Если ты даже женить бы и знал женщину, ты на всю жизнь остался блудником. Вот Олег Янковский как раз играет, это показывает. Сверхгениально он сыграл это в «Крейсере сонате». По вопросу женскому семьи лучшего произведения в мировой классике я не знаю. «Крейсера соната» Льва Николаевича Толстого. Кто читали? Смотрели? Ну вот ответ. И эпиграфом взято из Священного Писания. Кто посмотрит на женщину с вожделением, не просто что такая красивая, а с вожделением, с пожеланием, уже прелюбодействовал в сердце, уже блудник. У Бога другая шкала. Я под одеялом, никто не видит, а в это время я думаю, да чтоб ему повылазило такому. Ненавидящий брата есть человек-убийца, у меня же кровь с пальцев течет. Бог касается сердцевины души нашей. Все начинается с помысла. Вот сегодня, где бы мы ни ехали, все виноват Путин где-то. Я говорю, то, что у тебя в семье не ладно, это Путин виноват. Тебе дано это право решать, кто виноват. Ну скажи, вот мы едем, ну, в лесу идет, нет места не загаженного нигде. Это Путин виноват. Да в Германии, ты знаешь, что было бы тебе за это? Свалки устраиваете. Я в Америке ходил там по паркам, меня приглашали по миссионерскому фонду. Окурок, и рядом написано тире $1000. Для американцев $1000 тоже кусачая цифра. А если, говорит, там, ну, что-то вывалил, домой можешь пешком уйти без машины. Там уважение к закону. Там при пении гимна перед флагом встают все. А у нас депутаты Госдумы не знают содержания гимна. Хотя здесь, вот, в моих стихах, я участвовал в конкурсе на слова гимна, на тот же самый мотив. У нас в лагере его поют. Никого не вини. Самая конструктивная программа — начинать с себя. Но если ты твердый в убеждениях, что тебе надо туда пробиться, а на пути стоит кто-то, мешает, а мне обязательно туда, я обязан ему голову срубить. Вот это самая негативная программа. Я начинаю с себя. Вот у меня доступа до вас не было. Никакого. Что я делаю? Принимаю решение подарить книги. Вот это на 3 миллион мы уже дали, нынче только, не считаю прошлые годы. Нет, как доставки. Я начинаю молиться, появилась машина. Команды нету, вот она команда. Какая команда еще? Теперь, как в дороге, опыта никакого. Теперь у нас уже опыт. Представьте, куда мы проехали, северным путем из Москвы. Такими людьми встречались. И везде вот такое, я знаю,
ваши души, как бы в какое-то счастье, что вы не безразличны к тому, что творится в стране. Вам хочется лучшего. И вы не безразличны, что у вас в семье хочется лучшего. Без Бога это невозможно. За меня умер Христос, кровь пролил. Я себе не принадлежу. Вот это я понял. И с этого я начинаю всегда говорить. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. В латышском языке я говорю, наванес аурус. И смерть несет плоды. Да какие плоды, когда все отнимает? А вот что я сделал, подарил, Бог мне все это вернет. Эти, то есть это эгоизм. Эгоизм основанный на любви к ближнему. Я делаю во имя будущего. Спрашивают вопросы иногда такие, вот прямо вот ставят. А вот что вы ждете от второго срока? Ну, политические вопросы. Я вообще ничего не жду. Я не жду. Я доверяюсь Богу. Вот знаю, как я молюсь, людям молва идет, что Бог отвечает на молитву, и звонят Австралия, Америка, там, Португалия. И вот в Германии случай такой был, звонит одна наш внук, он у нас один, и на операцию сердца. Помолитесь, у вас молиться некому разве? Ну, мы слышали, вам Бог отвечает. Откуда мне знать, отвечает нет? Ну, ладно. Когда будет операция? Операция через час начинается. Так я молюсь. Как операция начнется, через 3,5 минуты он умрет. Я уже говорю, сколько будет. Как умрет? Ну, как умрет, перерастет сердце, остановилось. Так вам молиться или не молиться? Полная тишина. А как вы знаете? Да ничего я не знаю. Это я взял из жития Фомы, апостола, 10 октября. Откройте, там прочитайте. Он говорит, ваши дети будут злые, невежественные, вам надо это. И они покусятся на вашу жизнь. А как вы молитесь? Я молюсь, да будет воля твоя. Помолитесь. Звонит через 3 часа, операция успешна, но температура, вот, ничего не могут сделать, видимо, вживление, эти вливания. Я помолюсь, через полчаса звонит, температура пошла вниз. А я не просил температуру, я просил волю Божию, чтобы этот человек знал Бога, любил бабушку, бабушка звонит, родителей. Он был полезен для Бога, для людей, для государства. Хороший христианин – это прекрасный гражданин страны. Милиция вот мне она не нужна, но я ни разу не нарушил закон, нигде, вообще ни разу. Зачем нам молиться? А как? А за нее надо молиться. У них большие искушения, большие оклады. И теперь что делают? Вот пишут там, допытывались, там бутылку в задний проход разбили, до Нургулиева все дошло, там смещают с постов. Ему не положено этим заниматься. Там должны быть люди глубоко верующие. Вот я попал с Троски, там Шукшин Василий Макарович. И как раз только закончилось, я приехал в библиотеку, в церковь зал. И в это время младшая дочь Ольга Васильевна. Вот так, книги тоже она долго смотрела. А у нее 8 томиков, его полное собрание. Ну, вот такие вот они, чуть потолще могут. И они, краевая администрация, там лет 5 толклись на этом. Это я самостоятельно один. А о чем эти книги? Я стал говорить. Она говорит, тут каждый год собирается, вот эти эстрада, танцулька. Какое отношение это к папе имеет? Действительно никакого. И какое отношение церковь православная? Папа был коммунист, и он таким и умер. Причем тут церковь? Я стал говорить, у нас главное пробудить совесть через Бога. Так папа об этом и говорил. Так нам надо объединять усилия. Ну как объединять? Она посмотрела в сапогах. Папа мои сапоги носил. Все, ну давайте хоть по сапогам объединимся. Дальше будет видно. Он старался. Но он не указал самое основное, что все старания без Бога, даже если получится, а зачем они мне? Я умру, а после меня придет кто и все разрушит. Я делаю во имя Бога. Во имя Бога, моего Бога, Христа, который умер за меня. И в каждой книге, вот здесь вот, вы найдете вопросы и ответы. Вопросы и ответы, которые ваши вопросы. Один раз я был у банкира, это управляющий Сбербанка Алтайского края. И он вот так вот, только вот этот дом открыл, и сразу попал. Вот я сижу, а я пришел просить помощи. Помощи муки, там, крупы для детей. Лагерь-то я чем-то должен содержать. Ну, я достал что-то. Ну, такое, там, соль, сахар, но мне мука нужна, мы сами стряпаем русские печи. Я говорю, Владимир Филимонович, да отстань ты от меня тут. То есть он меня живого уже, я ему и не нужен. Почему? Он нашел здесь меня. Я не умру, как Пушкин говорил. Не умру, потому что я остался весь в этих книгах. И он финансист, он нашел ответ, учитель находит ответ, юная девушка, парень находит, в армию идет, он находит. Эти книги, они животворят души. Почему? Они основаны на Священном Писании. Они основаны на глубокой вере, что все можно изменить. И изменить в лучшую сторону. Если от вас вопросы есть, пожалуйста. Все понятно. Погромче. Все понятно. Понятно. Так,
Мне так документом печать поставили, да, и все. Печать поставили. Вот как только в папку я положу сейчас, у меня папочка здесь, держи, я скажу. Все. Спасибо. Вот, смотрите, я поднимаю, закладываю, все, я уже не хозяин, такой у меня порядок. Значит, еще раз повторяю. Спасибо большое. 26-й том, вот этот вот. Постарайтесь поберечь. Я уже восстанавливать не могу, у меня тираж уменьшается. Это 300 поэтов России, журналисты. Они мгновенно понимают, о чем речь. А они не могут поверить, что такая книга есть. Для него просто это находка. Это все берите. Так, на сайт зайдете, там 50 книг, аудио мной насчитано. 50 книг. Это Архиделак ГУЛАГ, Библия, Иоанн Златоуст. Этого нигде в мире больше нет. Если в Mail.ru работаете кто-то, то осенью, 10 октября, я буду в Барнауле. Игнатий Лапкин, если Кузнецов Иван, то 143 тысячи Иванов Кузнецовых, а я один. И потом на меня найдите, попросите друзья, скажите, вы у нас были там-то. Я вас сразу приму, друзья. Я все время делаю рассылки на друзей. Это фотографии, фотографии. Сейчас мы попросим, выйти сфотографироваться. Вот, выставить. О чем мы говорили? На видео снято, это все будет выставлено. Нам уже вдогонку Москва, там друзья спрашивают, ну когда появится в интернете? Ну, пока не закончили. Мы закончили полностью Алтайский край, все районы, 51. Один экземпляр по 12 тысяч подарили. Кемеровскую прошли, новую область, я вам уже отчет даю. Томскую и Новосибирскую на этой неделе заканчиваем. Дальше Кемерово, если успеем. Далее планы такие. Зимой заслать литературу за Москву в центр, до Молдавии, до... перегнать туда машину и летом начать работать в той стороне. Можно что-то сделать. Никогда не опускайте руки. Просто ты можешь их поднимать к Богу и сказать, Господи, помоги, мне так тяжело. Без тебя мне нельзя никак. Я одинокая, я покинутая, там, что угодно у тебя. Выскажи Богу свою мольбу. Мы все дороги для Бога, мы Его создание. Он за нас Сына Своего Иисуса Христа отдал. Вы просто оцените, что... Весь мир, полный золотом, не стоит одной души, за которую Христос умер. Вы просто цену себе узнайте и поднимите ее, эту шкалу. Люди могут презирать, могут не понимать. У этих книг очень много врагов, но еще больше друзей. Почему? Эти книги написаны без перегляда в глаза, нравится или не нравится. Я говорю так, как Бог сказал. Эти книги все написаны в пророческом духе. Но Бог дал мне знания, я их отдал. То есть я Библию практически любое место, 2-3 слова, я знаю где. Какая глава, какой стих, какой лист. Вот. И поэтому отвечаю, я конкретно цитирую глава, стих. Не просто там, вот, я, там где-то. Слово где-то у меня отсутствует. Слова случайности нет. Может быть, вероятно, в Библии нет таких слов. В Библии да и аминь. Точка. Вот этот Новый Завет впервые за 2000 лет вышел с полным толкованием. Новый Завет, вторая часть Библии. И с опровержением одновременно современных сектантских толкований. Вот хоть по домам там свидетели Иеговы, слышали такие есть люди. Мы не можем сказать, что плохие это люди, они очень хорошие. Но они даже не сектанты, они много дальше ушли. И с ними можно работать. Вот у меня в общине, у нас в общине, есть один, он как бомж. Духонемой от рождения, ничего не слышал. Такого добра у нас полно. Теперь он женился, она студентка 4-го курса, 4-й репетишн. Он модельную обувь шьет, краснодеревщик. Какие таланты Бог открывает в человеке. Но надо было многим пожертвовать, чтобы помочь ему встать. Как помочь? Указали на Христа, стали следить, помогать. Он будет еще спотыкаться, будет падать, но он уже на верном пути. Сестры, я рад, что с вами встретился. Давайте где-то надпись, чтобы... Да, слово «Каинск». Откуда появилось название города? И когда? Ну, мне просто очень хотелось узнать. Береза переводится с тюркского, здесь тюркские народы коренные, немного названий именно... Но слово «каин» когда появилось? Береза. Переводится с тюркского, как береза. Потому что здесь полки. Очень много березовых коров. Ага, ну слово «каин»-то вы знаете, что в Библии означает? Да. Это «брат убил брата». Авеля. Ну, у нас вот, ну, люди ассоциации идут на это, потому что... Такая легенда существует, потому ну, что... Ну, я был в Абакане, спросил, что такое, они говорят, везде же кровь. Да, у нас береза, но есть легенда старого Каинска, что здесь же у нас убийца царя, один из палачей царской семьи, же именно здесь, на нашей земле рожден. Я плохо на этом ухом лучше слышу, поэтому я так в окна немножко смотрю. Да, вот, и поэтому есть такая легенда, что вот он, когда здесь он родился, когда вот он сюда пришел, понятно. И что когда был изгнан
Когда Каин убежал, он был в этих местах. В этих местах был, это и вот какой, рот его легенда, здесь прошел. Это какому народу принадлежит? Это наша старая Каинская. Наш фольклор, да? Так назовем. Легенда. Понятно. Ну вот, сестры, вот, допустим, вы желаете работать с детьми. Третий том. Вам сейчас не запомнить, потом вы узнаете. Жития святых. На чем у русских людей Библии-то не было. Жития святых. 900 лет примерно воспитывались они на них. Вот теперь жития святых. Конкретно по любому вопросу, который мне задают, это 1173 жития. Я сразу раз, и 6 или сколько ответов из каждого жития. Из 1173 биографии ответ. Вопрос и опять ответ. Вот эта симфония, она меньше всего будет востребована, но не канонические книги. Я на нее потратил где-то около 6 лет. Так трудно давалось. Но обычно один корректор, два бывает. Здесь 18 корректоров работало, они могли закончить, самому пришлось. Это по одному слову, как найти нужное место в Библии. В Библии, знаете как, вот там с таким намеком дается. Допустим, ты нашел мудрого человека, если ты нашел, то и стирай пороги дома его. Не говори, что чаще ходи. А ты знаешь, ну где же это написано-то? Ну не могу говорить, там один китайский товарищ. Только открыл слово «порог». И слово «порог» сколько раз встречается в книгах. Наконец, порог высокий помогает споткнуться там. И наконец, и стирай пороги. Ага, 7.20 нашел. И по каждому, по все глаголы я свел в один глагол. Все подлежащие в один. Очень легко искать. Это лучшая в мире симфония. На неканонические книги 11, которые сектанты не признают. Но ими пользовались святые. А вы в церкви нашей были православные? Сегодня сейчас оттуда. Я показывал уже там библиотеку, пришлось подарить. Отец Дмитрий расписался, печать поставил, я им показывал. Вот. Но мы очень спешим. Сейчас мы должны по северным районам пройти. И через Карасук, видимо, вернемся. Но так как церкви уже отдали, у нас теперь на 3 города уже не хватает. Придется еще один раз когда-то заглянуть. Может, попутно, когда мы пойдем на этот Красноярский край. Счастливого вам пути для того, чтобы мы учеты поставили. Вот так вот, Лена Александровна, понимаешь, на детку в 6 листов не может. Человек такой трудный, это, конечно. Здесь. Возьми. Да, конечно. Или возьми. Ну, нет, вас последний. Да, Боже. Спасибо большое. Бог. Спасибо. Знаете, когда войдете на сайт, вот сюда вот на сайт. Он называется библейский православный сайт. А вверху зеленым, кажется, по коричневому, или наоборот, написано православный форум Игнатия Лапкина. В него только щелкните, и вы сразу на форуме. Там 1300 тем. Там море и океан. Там и проповеди патриарха. И вот Андрей Кураев, слышал такой? Да. Он ко мне приезжал, надо купить книги. Они все у него есть. Он сам пишет книги, основы православия, этики православной, в школах по его идут. Но он приехал. Так, я лично знаю, у кого. Золотухин такой артист был, говорит, есть Валерий Сергеевич. Он тоже приезжал за книгами, у него сын священника. Другие несчастья случилось по лестнице. Так что... Спасибо. Счастливо вам. Счастливо. Здесь нигде нету желания получить славу от людей. Вы увидите. Вот когда считают, вот это как библиография. То когда я освободился, то уголовное дело мне обязаны были дать, как я реабилитированный. Ну, я выписал все, что там, кто показания, там, бывает, некоторые даже не участвовали в суде, но показания. Самые негодные показания все занес. И мне говорят, зачем? Никто этого не знал. Отношение к вам изменится. Ну, там, показывают, какое есть. Я уважаю читательство. Читатель разберется. Самые негодные, даже скажу, поганые, все занес сюда. На суд тех, кто читает. И, по слову Божию, мне вреда никакого нигде не было. Бог на сердце положит, что так это или не так. Ну, ладно, ну вот, спасибо. 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 Так, теперь это вам. До свидания. До свидания.